В Орске в многоквартирном доме по улице Краматорской один мужчина до смерти избил другого. 39-летний арчанин поссорился со своим приятелем и нанес ему множество ударов по голове. Из-за этого 36-летний избитый умер. Следственный комитет России по Оренбургской области возбудил уголовное дело по статье 111, часть 4 УК РФ. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ведомства.